Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Трансформеры Тактическая Арена. Ну что, я открыл новую локацию. Также я тебе скажу, что у меня появились новые юниты. Сейчас я тебе покажу, где они. Ну, во-первых, у меня появилась новая башня, которая вызывает вот этих юнитов. Раньше у меня было призов миньонов, теперь призов пехотинцев. Также у меня появился новый, друзья мои, вертолет. Спинстер. Вот так его величать. И вроде бы как пока все. Ну, как все. Вот такая вот у меня появилась новая пушка. Я ее не юзал. Также у меня появился вот такой вот дроп-сквад. Выпускаешь капсулу. Ну и три вот этих вот бойца вокруг появляются. И начинают, естественно, бомбить по базе. Или куда ты их там отправишь. Ну что, я думаю, что пора, наверное, немножечко нам повоевать. Совсем чутка. Поехали. У меня пока статистика идет больше выигрышей, чем проигрываний. Но все может в любую секунду, минуту, как ты знаешь, измениться. Так что сейчас посмотрим. Противник уже у нас найден. Так, Друмер 69. Вот как его увеличать. Я начну, пожалуй, вот так вот. Ох ты, жук ты навозный. Снайпер, давай, бомби по вертолету, поэтому. Так, огнеметчик, давай. Шикарно. Так, что он там вызвал? Так, этого нам надо сразу вот так вот сделать. И, судя по всему, наверное, вызываем его. Смотри, он тоже призвал снайпершу. Он тоже призвал снайпершу. Гаденыш ты такие, да? А вот это плохо, ребят. Давай, стреляй, снайпер. Ну ты посмотри, блин, теперь этот еще огнеметчик прошивый тут, а? Далеко, конечно, он не ушел. Так, я подожду, ребята. Я не знаю, что он тут собирается сейчас сделать. Клепать. Ну, давай так же сделаем тогда. Снайперша позвал, да? Тогда мы с тобой сделаем вот так вот. Что произошло сейчас, ты не понял? А что случилось-то? Кто нас так вальнул-то быстро? Уж больно быстро. Но то, что он вот эту фигню выпустил, это, ребята, на самом деле, ерунда полная. А вот это уже будет похуже. Так, давай, куда? Вот, разделились. Красавчики. То, что... Эй! Так, прекрасно. Так, мои снайперы должны наказать. Чётенько, да? Если это можно назвать чётенько, то да. Да ушатайте его, господи, этого паршивца, что ли, уже не можете брякнуть. Ну, гадёныш, а? Да чё у него такой огнеметчик, что ли, жесткий? Я не могу понять никак. Не надо вот этих вот своих выпендрежей. Дополнительное время нам дали. Или это вертолет такой имбовый у него? Да ну нафиг имбовый. Обычный драндулет. Обычный драндулет. Куда он там захотел? Я не могу вызвать, вот. Наконец-то вызвал, блин. Наконец-то у меня получилось.
Есть. Что я тебе могу сказать? Тут серьезный поединок был. Тяжеловато было, но все-таки справился я. Давай посмотрим, что у нас спрятано в этом сундучке. Ага. Ротошторм. Ну, этот вертолет у нас был. Браун, который может прокачаться. И авиаатака. Я не знаю, стоит ли мне, конечно, Браво. Я им не пользуюсь, если честно. Но единственное, что если мы прокачиваем, нам с тобой дают опыт для... Вообще, для нашего... Для нас именно опыт. Для нашей базы. Вот, видишь? В данный момент у меня 4 уровень. Пока... Пока меня все устраивает, ребят. В нашей именно вот колоде. Поэтому давай-ка мы с тобой попробуем дальше сразиться. Кого-то там... Пока поиск противника, понимаешь, ну, это сейчас все, нашли. Тут с этим нет, ребята, проблем. Противники находятся довольно быстро. В игру играют, и поверь мне, это не боты. Но. Так, смотрим. Liquid Queen. Хорошо назвался. Естественно, снайпера берем. Опа. Стоп. Наверное, вот так вот надо делать. Ты глянь, что творят, а? Ну? Он еще и выстоял, да? Зашибись. Чего? Ты, блин, серьезно сейчас? Он мне разнес базу. Вот этот кусок говна, который бежал, он мне разнес базу. Нет, ну, ребят, конечно, извините, но это... Это, по-моему, перебор. Надо сносить ему базу. Желательно как можно быстрее. Так, что мы можем с тобой сделать? Я так и думал, что он вызовет. Это что такое вообще? Интересно, разнесли, да, одну базинку. Так, он что-то копит, ребят, он копит силы. На что, пока не знаю. И копит ли он вообще какие-то тут силы. Есть. Несмотря на то, что мы практически я... Ну, он быстро, лихо начал, конечно. Я думал, что все, ребят, нам кранты. Ну, ты сам видел. С пару плюшек снес мне одну из башен. Ох ты, а это еще кто такой? Хаунд. Это, ребята, новая карта. Что за хаунд? Так, миньон хорд. Что за хаунд? И саунд вейв. Дай-ка я посмотрю, кто он такой и с чем его едят. При задействовании хаунд активирует свою копию приманку. Копия может наносить урон, но не имеет здоровья и может быть легко уничтожена. А можно мне посмотреть, как она в деле, эта вся процедура выглядит? Не понял. Ну... По-моему, ребята, это такое себе, да, на самом деле? Как бы я не вижу в этом что-то такое. Я думал, что это типа какого-то танка. Но нет. Не знаю, ребят. Наверное, я брать его не буду в мой отряд. То, что... Нет, то, что, конечно, как тебе сказать, делает копию, и эта копия атакует, это, конечно, хорошо. Но то, что в нее достаточно один разок плюнуть, и она сразу ломается, это вот меня не особо подкупает. Так что я, наверное, пока своим отрядом повоюю. Так, Шадун. Что за Шадун?
Блин, я не знаю, давай, наверное, вот так вот сделаем. Big Black and P, да? Ну, я понимаю, что он хочет сделать. Браузер, браво. Что-то он так бомбит. Ну, что, я не понимаю, хиляется за счет нас или что? Что происходит? Да, бедная снайперша, конечно же, погибает. Но вот это вот. Блин, этот вертолет, походу, будет круче, чем мой, да? Получается так, что ли? Сейчас дам Black AP. Давай, давай, родные, подходим, подходим. Волну потратил. Че, попробуем выпустить? Хелло! Сейчас какую-нибудь башню поставить, нет? Он турель, да, влепил? Что там, турель же рядом стоит? Смотри, смотри, смотри. Нифига. Сайбертрон. Так, подожди, я же хотел выстрелить-то, эй. Кто это такой вообще? Хиллер, что ли? Он хиляет или что? Что он делает? Он хиляет, ребят. Да, быстро разобрался, да? С нашими-то ребятами. Ох ты, вызвал, вызвал. Давай-ка мы попробуем еще одну турельку с собой бомбануть. Да чтоб тебя, ты достал уже своим. Бомби его нафиг. Ты заколебал, ну серьезно говорю. Давай, вертолетик, бомби. Так, попробуем сделать вот таким вот образом. Ну, мы выиграли. Фух, да, ребята. 24 победы. Нам нужно 25, и мы получим с тобой дополнительную награду. Смотрим. Так, дроны. Ротошторм. Так, отряд. А что у нас тут? Что-то новое? Да нету ничего. На прокачку, я смотрю, тоже ничего нету. Так что не надо мне тут с панталыги, пожалуйста, сбивать. Так, ну что, поехали дальше. Пока все идет, слава богу, хорошо. Мы, кстати, давно с тобой не играли, знаешь, во что? В Звездные войны. Ну, я имею в виду, тоже такая же тема. Помнишь, да? Лего, естественно, Лего. Там тоже, ну там намного жестче. Там, конечно, таких я отгребаю звездилей, что мама не горюй, уши заворачиваются. Просто шорох. Так, ну что, противник найден. Давай посмотрим, кто у нас тут будет. Лекс Лютер. Чувак переиграл в Injustice. Или как? Снайпера я вызвал для начала. О, снайпера, и вот так вот сделаем. Вдвоем. Так, слушай, что-то мне не нравится. А что он затихарился? Крашера взял. Ты гляди-ка, что вытворяет. Ты гляди, что он там вытворяет, ребят. Ага.
Ё-моё, это сейчас башню-то мне разнесет, друзья. Ух. Чего, блин? Все, я понял, что, ребята, была проблема. Хе-хе-хе, проиграл. Проблема была в одном. Там хиллер был. Вот он-то мне как раз всю команду там разворотил. Я не могу понять, почему у меня на его базе вся команда погибла. Я не смотрел, просто мне надо было внимание переключить кое-куда. Так, что тут у нас? Карма 01. Карма 01. Я даже не знаю, что тут выставить лучше. Ну давай начнем с ракетчика, наверное. В принципе, он тоже начал именно с него. Что-то он тут набрал всего-всего. Так, он тоже там снайпер, я смотрю, вызвал, да? Что же, против снайперши у нас очень хорошо действует огнеметчик. Очень хорошо он их поджаривает, этих снайперш. Угу. Хорошо. Что сейчас такое было? Что за телепортация, еще не понял я. Слушай, мне надо, наверное, брать все-таки больше летающих юнитов. Ну что это такое, ребят? Ну серьезно. Вообще мало очень летающих юнитов у нас. Что там за база? Которая хиляет, что ли, его? Эх. Давай, давай, газуй. Твою налево, опять этот. Что за чмошник бежит? Вот скажи мне, пожалуйста, на милость. Давай. Харит, у тебя не треснет, парень? Медика, блин, призвал, да? Запинали, отлично. Ну. Там осталось-то чутка ему, блин, надавить и все. Есть. Победа, нет? Что-то я слишком многого сразу хочу. Победа. Какая победа? Тут еще до победы, ё-моё, как до Китая раком. Снайпер там стоит издалека, бомбашит. Ишь, втихаря. Но победа за нами. Фух. Хотя бы отыграли то, что потеряли. Смотрим. Автоботы и инфантри. Арси. Так, и еще вот здесь за миссию мы получаем сундук. Так, стан. Рэтчет. Понятно. Вот как-то так, ребят. Ну что, на этом, пожалуй, мы сегодня закончим играть. Так что всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!